Привет, и мы играем с вам по так, и это мультиплеер. Несколько подписчиков просили, чтобы я сыграл вот с мультиплеер с другими игроками. И вот сегодня, друзья, наш противник это американец. Ну давайте-ка попробую, друзья, с ним сразиться. Посмотрим, что это за герой. Как он играет. Ну пока, честно говоря, непонятно. Главное, друзья, вот хорошо подсказывали подписчики. Нужно накопить... Вот вы смотрите... Вот делает он ошибку. Делает он ошибку. Он сразу же отправляет нам яйца с монстриками. Это, друзья, большая ошибка. Нужно, друзья, накопить все же денег. Вот. И потом уже отправлять в атаку. Вот. Попробую, друзья, я его тоже сейчас вот отправить вот эти подарочки. Но сначала поднакоплю. Поднакоплю и вместе с спичками пошлю. Вот смотрите, что делает вот вредина. Хорошо. И вот так. Замечательно. А я сейчас, друзья, давайте-ка ему в ответ тоже вот так здорово вот понаправляю. Итак, вот мои пиарани пошли в бой. Вот неплохо. Вот нам немножко нанес им урона. Маловато, конечно. Хотелось, друзья, больше. Тем не менее, друзья, давайте-ка пока накапливать заряды. Вот, отлично, неплохо. Вот еще, конечно, маловато яиц, всего 11 яиц, тем не менее, друзья. Так, вот сбиваем птичкой, собираем яйца. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то очень... Вот, ой-ой, да-да-да-да-да-да, пошел он в атаку, вражеский герой, довольно-таки неплохо. Вот, немножко нанесли мне урона, но тем не менее, друзья, постараемся все же... Ага, вот, бросил черепаху, собираем яйца. Итак, 24 яйца уже у нас есть. Так, вот я думаю, что лучше, то ли пиранья, то ли... Ну, нужно, друзья, с атакой. Вот так, давайте-ка попробую я совладать. Хорошо, и еще как-то вот так вот, замечательно, вот. И вот немножко нанесла все же противнику наше пиранье урон. Ну что же, пока... Ого-го, смотрите, как здорово сработали наши птички. Вот неплохо. Неплохо. Ой-ой-ой, как грызут его птички наши. Вот замечательно. И так нужно сбивать птичек. Даже, друзья, не обращать. Вот вредная птичка, что она делала. И да, победа. Удалось, друзья, мне справиться с этим американцем. Вот, супер. Ну что же, неплохо. Давайте-ка, друзья, еще сыграем в этот замечательный мультиплеер. Хотя вот несколько игроков просили, друзья, чтобы я уничтожил несколько боссов при помощи гранатомета и минигана. Возможно, давайте-ка я попробую вот сейчас, при том в хардкоре. Давайте-ка я вот попробую это сделать. Вот, вернемся к главным боссам. Отлично, и попробуем, друзья, вот справиться с каким-то боссом в хардкоре. Давайте-ка я зайду в магазин, посмотрю, что у нас с оружием. Вот миниган у меня, друзья, есть, а вот гранатомет было бы здорово поставить. Вот, друзья, ну что же, пишите, друзья, какие еще комбинации вы хотели бы сделать. И я с удовольствием, друзья, вот с этими комбинациями буду сражаться с врагами, ну и, конечно же, с какими боссами индивидуально. Итак, давайте-ка я попробую вот справиться вот в хардкоре, то есть в самом тяжелом уровне с главным боссом. Вот, отлично. Итак, давайте-ка начнем сразу же с гранатомета, либо используем какую-то бомбу. Итак, давайте-ка, где же мой миниган? Вот так. Итак, вот, замечательно. Давайте-ка, друзья, вот так здорово наносим урон миниганом. Отлично. Убираем всех крокодилов. Вот так. Ну что же, неплохо. Хорошее оружие. Давайте-ка я сразу же использую бомбу-вонючку. Использую... Ой-ой-ой, что делается? И где же мой гранатомет? Вот так. Вот, отлично. И давайте-ка, друзья, просто добью танка. Вот так, замечательно. Ну что же, в хардкоре тяжело, но тем не менее с нашим вооружением, с нашими помощниками довольно легко с этим справились. Давайте-ка я еще уберу кого-то из помощников. Вот, кстати, друзья, очень здорово в этой игре. Мне понравилось, что есть функция, что мы можем убирать, выбирать помощников. Вот, давайте-ка я уберу медведя. Вот, он мне, честно говоря, немножко не нравится. Вот,
Во-первых, он закрывает миниган и какой-то очень большой. А вот тетя Клава намного больше нравится. Вот как-то вот так. И давайте-ка, друзья, еще справимся с другим боссом. Вот металлическим. Что интересно, его нельзя убить из другого оружия. Только вот бомбы на него не действуют. Хотя, если вот так взять вот этого босса механического, мы можем использовать против него кислотное облако. А давайте-ка я, друзья, так и сделаю. Вот, заменю вот холодильник на кислотное облако и посмотрим, что из этого получится. Вот так. Хорошо взять. Ну что же, вперед. Давайте-ка попробуем еще с вот этим механическим монстром справиться. И еще попробуем с вами пройти мультиплеер. Посмотрим, какой противник нам попадется. Довольно-таки бывают опытные противники. Бывает довольно-таки трудно с ними справляться. Итак, вот механический монстр. Давайте-ка попробуем тоже пройти его в хардкоре. Вот с изображением черепа. Ну что же, вперед, друзья, вперед. Отлично, отлично, отлично. Вызываю сразу же, друзья, кислотное облачко. Беру миниган и попробуем, друзья, здорово наносить урон. Вот так. Ого-го-го-го. Вы видите, даже не мог, не могу справиться вот в хардкоре с вот этим семью монстрами. Ага, кстати, вот здорово отбивается. Где же мой миниган, миниган, миниган? И где же мой гранатомет? Давайте-ка наносить урон. Вот так, здорово, здорово, здорово. Ой-ой-ой, что делает? Вот, хорошо. Ничего себе, какая атака. Вот, здорово. И, друзья, последний гранатомет. Последний гранатомет. И где моя бомба-вонючка? Где мое кислотное облачко? Вот так, неплохо, неплохо, неплохо. И еще кислотное облачко, друзья. Что это такое? И два заряда гранатомета. Вот, супер. Супер, друзья. Вот еле-еле, видите, с этим монстром. То есть самый тяжелый монстр в хардкоре. Это вот этот механический монстр. Ну что же, замечательно, друзья. Все здорово у нас получилось. А сейчас давайте-ка мы с вами еще вот справимся третьего босса на закуску. И отправимся еще на хардкор. Так, давайте-ка я вот подкуплю зарядов к нашему минигану. Вот, кстати, вот кроме минигана и гранатомета у меня любимые оружие — это кислотомет. Вот лазерное ружье тоже, в принципе, мне нравится. Арбалет, ну, неплохо. Огнемет очень нравится, классное оружие. М16 неплохо, но очень слабенькое, как и УЗИ. Ну вот, как-то вот так, друзья. Ну что же, давайте-ка попробуем сразиться еще и с вот этим следующим монстриком. И это у нас вот такая вот болотная тварь. Попробую я, друзья, тоже в хардкоре с ней сразиться. Кстати, очень-очень непросто ее победить. Нужно бить обязательно по глазкам. Что интересно, друзья, ядерная бомба на эту тварь не действует. Так, есть у нас кислотное облачко. Давайте-ка я попробую вот так здорово справиться. Вот, отлично, отлично. Неплохо, замечательно. Ну вот и появилась вот эта тварь. Давайте-ка я буду пробовать по глазкам бить из минигана. Вот, отлично. Как-то вот так. Вот, здорово. Вот еще глазик, давайте-ка вот так. Очень хорошо, неплохо. Наносим удар. Вот, очень хорошо. И еще вот так. Ой-ой-ой. Давайте-ка немножко пролежать ряды вот этих вредных скунсов. Ну, как-то вот так. Неплохо, неплохо. Вот есть глазик открытый. Вот, отлично. Еще вот так. Здорово. Отлично. И вот, хорошо. Вот, супер, супер, неплохо. Ой-ой-ой, друзья. И вот закончились у нас заряды. Ну, давайте-ка тогда, друзья, я буду вот бить из гранатомета. Посмотрим, что из этого получится. Что-то не очень сильный результат. Ну, ничего страшного. Вот, хорошо. И еще вот так. Здорово. Отлично. Ой-ой-ой. И да, да, друзья, удалось справиться с вот этой болотной тварью в хардкоре. Но практически вот боезапас уже пришел до конца. Отлично. Ну что же, довольно-таки неплохо мы справились. Давайте-ка, друзья, я уже под конец. Еще вот хочется справиться с Годзиллой. Вот, давайте-ка вот подкупим зарядов к гранатомету, к минигану. Ну и попробуем, друзья, справиться с Годзиллой.
Вот, следующий уровень у нас будет вот такая вот забавная Годзилла, а после Годзиллы уже пойдем к мультиплееру. Ну что же, нажимаю, друзья, на хардкор, натяжу самый тяжелый уровень и попробуем справиться с Годзиллой. Ну что же, вперед, друзья, вперед, вперед, вперед. Вот, вот что интересно, вот эти мисчастюли, вот которые втягивают вооружение, друзья, ничего мы не можем использовать, кроме кислотного облака. Иначе вот эти мисчастюли своими пылесосами просто втягивают. Но зато мы, друзья, можем использовать вот так гранатомет, либо миниган. Ну, давайте-ка я вот гранатометом хорошенько нанесу урон. Вот, а потом уже попробуем справиться и с миниганом. Вот, отлично. Итак, друзья, давайте-ка я вот из минигана вот попробую вот так здорово нанести урон. Смотрите, какая красота, как здорово наносит урон. Хотя вот тварь довольно-таки сильная. Вы видите, заканчиваются патроны, а и он еще жил. Ну вот, остался у нас дробовик. Давайте-ка, друзья, добьем его. Ого-го-го-го-го, что делает, смотрите. Друзья, ну, осталось несколько выстрелов. Я думаю, друзьям нам удастся с ним справиться. Итак, друзья, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот, друзья, победа, победа. Хотя вот патроны все вышли, пришлось его добивать дробовика. Ну что же, замечательно, друзья. А сейчас давайте-ка мы отправимся с вами в мультиплеер. И попробуем, друзья, еще сразиться с врагами. Итак, давайте-ка отправимся в мультиплеер и посмотрим, кто же к нам сегодня попадет. С кем удастся сразиться и удастся ли победить, либо проиграем. Попадаются очень сильные игроки и бывает очень непросто с ними справиться. И вот какой-то попал к нам Карлос. Вот, в начале игры с нами играл американец, а вот это я не знаю, друзья, чей флаг. Ну, как-то вот так. Ну что же, вперед, друзья, попробуем сразиться. Выиграть у этого Карлоса, хотя не факт. Бывают очень-очень сильные, друзья, вот противники, которые вот здорово на этой игре, вот как бы довольно-таки сильно с этой игрой они, вот я так думаю, очень часто играют, и поэтому очень сильные соперники. Ну что же, попробуем. Вот есть, появились первые птички. Так, друзья, собираю яйца. Кто здесь у нас босс? Ёж с гранатой, и на петарде у нас еноты. Вот, я просто думаю, кого лучше посылать. В принципе, да и бобры с бензопилами неплохие, вот бойцы. Ну пока давайте-ка, пока я буду копить яйца, чтобы вот попробовать забрасывать противника вместе с птичками вот волной атакой вот такой. Так, я вижу, пока противник не спешит бросать яйца, это, друзья, очень плохо, значит противник довольно-таки опытный, то есть жди от него сюрприза. Так, ну как-то вот так вот, отлично, сбиваем птичек. Есть уже у нас 29 птичек. И давайте-ка, друзья, сейчас попробую забросать его яйцами. Ну, как-то вот так получилось. Вот победа. Ага, соперник вышел. Ну, друзья, не очень хорошая победа. Такая победа мне не нравится. Вот, потому что, ну, что это за победа? Даже не было нормального сражения. Ну что же, давайте-ка еще раз попробуем сыграть. Возможно, попадется более адекватный противник, который все же захочет сражаться. Этот просто вышел из игры. Ну, возможно, обрыв связи, но почему-то вот написала, что победа. Итак, давайте-ка посмотрим, кто еще к нам попадет. Итак, вращается рулетка, какие же монстры у нас выпадут. И вот опять, друзья, вот попался американец. Вот, и у нас монстры крокодил, крыса и скунс. Ну что же, здорово, друзья, давайте-ка сыграем. Ой, а зачем я нажал? Друзья, оно там автоматически должно было бы вот сыграть. Я случайно что-то вот нажал. Не нужно было нажимать, почему-то вот нажал. Ну вот, по-моему, это из Турции, либо какая-то другая страна. Вот, должно сейчас автоматически, друзья, загрузиться. Почему не грузится, непонятно. Ждем.
И в чем дело? Почему не грузится? Почему не загружается игра? Ну, честно говоря, друзья, непонятно. Непонятно, почему-то не идет. Вот, а если я нажму играть, друзья, просто будет кружиться рулетка. И что же? Что-то не срабатывает, друзья. Что-то не срабатывает. То ли интернет плохой, то ли что. Вот. А ну, кстати, давайте-ка я посмотрю. Вот подбита птица 23, собрана из 22. Выпущена атака. Но это, наверное, друзья, вот из прошлого видео. От прошлого монстра осталось. Ну, как-то вот так. Вот. Исчез противник, друзья, почему-то, то есть что-то, наверное, не было контакта. Что-то с интернетом, либо, ну вот опять попался у нас американец, ну я надеюсь, друзья, вот, ну наконец-то. Наконец-то, и так в американца 80 очков, я вижу, не должен быть сильный противник, у меня 250, по-моему. Вот немножко закрывает край. Ну, попробуем, друзья, с этим соперником сразиться. Итак, выпущены яйца из ящика. И попробуем, друзья, вот выиграть. Ну, посмотрим, что из этого получится. Вот пока собираем яйца. Вот, неплохо, неплохо. Ой-ой-ой, друзья. Ага, и вот сразу же выпускает скунса. Это, друзья, хорошо. Вот пусть выпускает яйца, а мы сейчас подготовим под атаку вот птичек. Вот замечательно. И сейчас ему выпустим все. Пусть только накапится немножко. Вот здорово. Я сейчас, друзья, подготаю. Вот, чтобы атака была побольше птичек. И ему сразу же вот набросаю вот этих плюшек. Вот, отлично. 26 яиц есть. Максимум, друзья, 30. Вот, здорово. Так, неплохо, 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 неплохо. И так, здорово, здорово. Собираем. И еще вот так. Отлично, отлично, отлично. Вот, здорово, хорошо. Вот, замечательно, друзья. И смотрите, какой хороший урон ему нанесли наши зверьки. Вот, неплохо. Вот, бросает он нам петарды, бросает крокодилов. Но хорошо, что он это все проделывает. Замечательно, друзья. А мы пока накапливаем яйца, чтобы следующей атакой здорово пойти в бой. Вот, хорошо. Ну, крокодилы это не страшно, а вот еноты и бобры это, конечно, что-то. Вот, замечательно, есть у меня сейчас два скунса, ну и противник сдался, вышел. Ну что же, не буду я больше, друзья, продолживать игру. Давайте-ка пока сегодня на этом прощаться. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, с какими боссами и с каким вооружением еще хотите, чтобы мы сражались. Либо играть в мультиплеер. Либо, друзья, еще какую... Либо проходить, вот писал кто-то из подписчиков, проходить полностью всю игру на хардкоре. На этом, друзья, я прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, конечно, даже, друзья, чтобы не пропустить ни одной серии, в правом верхнем углу нажимайте на колокольчик. И к вам, друзья, будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.